Черменев сразу с получения. Сложный бросок. Попелюк очень здорово на подборе. И опять есть 14 секунд. Воронин там всех обманул. И у него. Поэтому так немножечко посидел, поотдыхал, чтобы раньше времени совсем уж не минусануть в своей команде замену. Зарев. Команд в запасе есть, которые не будут пробиваться, если где-то далеко от кольца будут совершены. Комиссара в трех. Ну, выбросил в итоге 88-й, не попал. Ну и Шаховцов раздергал он Попелюха. Хорошая скидка, комиссар. Ой-ой-ой, как, какое движение от Оклы и Руси. На подборе, не дает никому до мяча добраться. Шаховцов, Русев, ну тут пока не бежит. Пока Оклахома совсем никуда не торопится. Комиссар здорово скидывает на заре. Хоть мяч кольцо не сварился, но здорово там под кольцом Забелин выцарапывает мяч для своей команды. И трешечка отправляется в гол. Так, скажем так, энергии немножко растратил. Тут копит ее по ходу движения в атаку. Воронин. Ну что вот умеет дело. Простора особого нет. Правда, неплохо из этой ситуации Шарлот выбирается. Воронин опять возвращается. Свободная трешечка. Вторая. Все эти шесть с трех очковой набирает 88-й номер. Русев полез до конца, туда в проход. И как-то разыграть этот мяч в движение. Шарлот. Вот у команды всегда это движение мяча было. Вот только забивать на периметр. Ну и возвращают 20-му. Попелюк против Шаховцов. Шаховцов, конечно, на ногах очень здорово. Но Попелюк очень классно развернулся. Просто пошел. И никак Оклахома не может начать с периметра забивать. Хорошая какая передача. Быстрый очень на дриблинге, и там тяжело за ним там перестроиться. Забили на Воронина и Пирогов. Треху в лоб. Ба-бам! Потому что Воронин уже привык драться, биться, защищаться с парнями гораздо выше его в дивизионе хай. Забелин просто стоял, так что трудно какую-то претензию тут выписывать и говорить, что на нем фалили. Воронин и в нападение быстро. И тут, пожалуйста, 88-й коридорище ему тут сделали, но не забивает Черменев. Русев останавливается со Срисарев. Отличная, практически фулл-корт передача. Белов под кольцо не пойдет. Прошел так вдоль лицевой, скидочка в угол. И Попелюк забивает. Да, да, скажу вам, жесткая защита у Шарлот присутствует. Белов. Треха от Белова. Настрой Оклы. 13 человек сегодня Шарлот привезли. И самое интересное, что меняясь пятерками, Писарев очень заряжен на эту игру. Пасканы в посте, но есть небольшое за ним преимущество. Здорово. Ковывает с 7-го номера. И в итоге Писарев через центр. Хорошая скидка. И Шаламов забивает. И здесь, пожалуйста, вам результативная. Вот эта диагональ. Прочитал ее Зарьянов на Шаховцова. И должен тот спокойно забивать. Так и есть.
четверти. Такие неплохие трехи, но вот сейчас нет. Комиссаров промахивается. Русев, браво ему. Подбор под чужим кольцом. Шиховцов. Русев просит тут забегание на другую сторону Карпушкина сделать, чтобы Зарянова освободить. И в итоге получает тот мяч. И... Ой-ой-ой, тут, да, такой неприятный контакт.